Кандидат в президенты Салтанат Турсунбекова посетила северные регионы страны. Салтанат Турсунбекова посетила Центр психического здоровья в Павлодаре. Здесь ежегодно проходит реабилитацию 500-700 человек. Число страдающих алкоголизмом и наркоманией растет, считает кандидат. В нашей стране на динамическом наблюдении с такими диагнозами находятся порядка 107 тысяч человек. Из них 18 тысяч с наркозависимостью, у остальных алкогольная зависимость. После прошла встреча с представительницами бизнес-сферы Петропавловске. Актуализировали вопросы женщин-предпринимателей. Деловой потенциал женщины сельской глубинки, к сожалению, развивается очень слабо. А все из-за отсутствия должного импульса со стороны госорганов и институтов развития. Кредиты и гранты по-прежнему для сельских жителей особенно недоступны.